Польза от энергичной ходьбы с палками примерно такая же, как от бега. Она тренирует выносливость, быстро сжигает лишние килограммы и укрепляет сердечную мышцу. При этом скандинавская ходьба абсолютно исключает возможность получения травм, чего нельзя сказать о беге. А потому ее рекомендуют и пожилым людям, и начинающим спортсменам, и полным людям, которым тяжело двигаться, но тем не менее стремящимся сбросить лишний вес. Этот вид физической активности очень популярен и эффективен абсолютно при любых нозологиях, при любых заболеваниях, а также абсолютно здоровым людям показан. Скажем так, что здесь нет противопоказаний для того, чтобы заниматься этим видом физической активности. Абсолютно не имеет никаких практически противопоказаний. И тоже возрастных привязок здесь нет никаких. И до бесконечности все, кто стоит на двух ногах, могут заниматься этим видом физической активности. При занятиях скандинавской ходьбой активно задействованы и укрепляются 90% мышц человека. Надо упомянуть еще одно неоспоримое преимущество скандинавской ходьбы. Чем больше народа, тем веселее. Этот вид физической активности не исключает общения.